Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Сегодня пришла посылочка из Китая. Пришел мелкий пакетик. В нем я заказывал инструмент. Сейчас вскроем, посмотрим. Не знаю, подойдет ли он мне для модельного хобби. Или просто будет в качестве небольшого инструмента лежать дома. На картинках все выглядело красиво. Ну а что пришло на самом деле, сейчас мы увидим. Ну, сразу хочу заметить, хорошо упаковано. Добротно, можно даже сказать. Иногда просто закидывают в пакет и присылают, а здесь еще и упаковали все в пупырку. Какая-то бумажка внутри, типа накладная. Это упаковочка также. Целлофановый пакет упакованный. Ну и вот, собственно, добрались до инструмента. Ну вот, как видно, круглогубцы ювелирные, кусачки и назовем их утконосики. Но круглогубцами их не назовешь. Все-таки немножко другая структура лезвия. Все качественно. Даже приятно получать такие посылки и держать их в руках. Я, если честно, думал, что это все будет скинуто в пакет. И нам пришлют так, в разобранном, раскиданном виде. Ну, можно уже сразу ставить 5 звезд только за упаковку. И как ее прислали, данную посылку. Добрались до инструмента. Неплохо сделаны ручки. Здесь пластик, здесь прорезиненная основа. То есть в руке не скользят. Сюда вставлены специальные скобы, которые работают как амортизатор, не заедает, работает все отлично. Вы знаете, круглогубцами я доволен. Сейчас посмотрим кусачки. Ну, ручки тоже выполнены. Здесь пластик, здесь прорезиненный материал. Все хорошо амортизирует. Сведение кусающих кромок здесь немножко выпирает. Может быть, это так и задумано. Не знаю, но так вроде бы с большего ровно. Следующий довольно плотно стоит все в упаковке. Он даже масло выступает. Тоже хорошо все работает. Без проблем. Смазано, чисто. Никакой ржавчины не присутствует. За данный инструмент я отдал $7,5. У нас в магазине только
Я смотрел, около $3.5 стоят такие вот круглогубцы и кусачки. А здесь набор из 3 штук. Сетевой кабель перекусывает. Нормально, без каких-либо усилий. Сейчас попробуем зачистить изоляцию. Ну, вы знаете, за такие деньги я кусачками, то есть самим инструментом, доволен. Работать с проволокой, если где-то что-то делать на моделях или мастерить. Жена будет использовать для бисера плетение. Ровное колечко. Хороший загиб. Ну, а приятный, хороший инструмент. Даже не стыдно, друзья, порекомендовать его и вам. На этом буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Спасибо вам большое. До новых встреч.